Хей, hey, гайз, с вами Шмихи, мы продолжаем проходить игру по названием Unworthy. Либо ненужный, или никчемный. Как там правильно, сейчас посмотрим. Недостойный. Вот. Так, у нас снова же дохера душ, но... Я боюсь то, что я их просру. И очень быстренько. Так, подожди, мне нужно. А, смотрите, а можно, видите как? А, подожди, мне нужен молот, походу. Не, лук херовый. Инвентарь не очень удобный. Изи. Я не знаю, что сердце дает. Как будет. Давайте в эту сторону. Это я куда сейчас пришел? Наверх. Там можно еще выше подняться, там пойди сокращение пути, скорее всего. Сука, у меня 7к. Вот если я сейчас снова проебу эти 7000, будет обидно. Кто бы что ни говорил, но будет обидно. Скорее всего, там сейчас секретка будет. Если что, я еще себе нихера не проспалил насчет этой игры. Единственное, что я узнал, это то, что как только остров, я должен прокачиваться. Я же у костров нихуя не прокачусь. Мне кажется, ключ вот этот, он... Слушайте, а может нам этот... Серьезно, пойти наверх, вернуться? Я бы такой, чтобы вообще вернуться. Пойти закупиться до конца, что у того челика есть. Альбарда и типа того. Ваша релиз, бегаем за альбардой с вами. По пути там поубиваем всех вражин, какие есть. Походу прокачка только у этого. А в смысле? Чё, блядь? Мне вопрос, как здесь, блядь, прокачиваться. Ну что, я как обычно что-то сломал. Или у меня просто нету. Еще чего я мог прокачаться. Да не, это бред какой-то. Может, при входе к боссу там должны быть эти? Ни хрена себе, их уже почти. Ни хрена себе, сказал я себе. А сколько у меня урона? 22. Ну, теперь очищается то, что я врагов убиваю. Ладно, мы вернемся все-таки за этим. Самый назад, ну, блядь, туда идти я ебал. Мы сходим. Ради, хотя бы ради того, что там алебарда. Либо за алебардой мы сходим с вами, либо мы с вами этих купим.
Три штуки для левелапа. То есть у нас не такой уж и большой выбор на самом-то деле. Я могу с помощью молота их бить, но... Не. Изи. Не, ну хотя бы теперь еще трех ударов их убивай. Ну блин, душ, конечно, маловато дает. Душ мне мало дает. По соточке. Вот мало. Если за рыцарями дали 400, а здесь сатан. Ладно, здесь я сейчас до конца вверх поднимусь. А хотя нет, быстренько будет. Сейчас мы тут поднимемся, да и все. Только все равно время займет. То, что народ выбираем с вами. Три штуки этих или алебарду. Типа для прокачки мне нужно. Да я могу, в принципе, купить эти. Сколько они там стоили? 2000. И 2000 мне еще на руках остается. Не знаю, посмотрим. Короче. Ну, в принципе, я уже могу. Я уже могу позволить себе алебарду. Я могу уже себе позволить. Блин, ну алебарда 8к. А для прокачки. Блин, так я три этих себе могу. Спелла прокачать. Давайте, наверное, спелл возьму. Я возьму спелла. Я решил. Я беру спеллы. Спеллы, 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 спеллы. Спеллики, спеллики, спеллики. Не, все-таки мне тогда показалось, что были мужики с мечами. Знаете, что сейчас будет обидно? Если я приду, и мне скажут, извини, но ты ж не можешь купить предметы больше. Вы ж помните, тогда к нему подошли, и я не мог купить еще что-либо. А ну-ка. Интересно, это убралась эта херня? Если нет, обидно. То есть мы тогда зря с вами потратили в районе 4-5 минут. Чел, пожалуйста, скажи, что ты можешь мне продать. О, могу. А, алебарда стоит... Messing Shards. Press the face. А, не-не-не-не-не-не-не, ребята, это я понял, что это. Фезер. Refresh ability cooldown. Не-не-не, нахер надо, хорошо, что не купил. Алебарду купим тогда. Ключ вот тот, скорее всего, он открывает просто все замки. Я, блин, я не знаю, типа, меч у меня, это основное оружие. Молот, он ломает вражеские щиты. Ну, блядь, я не знаю. Но урон, по идее, всего оружия одинаково. Я только за это вот думаю.
Типа... Не знаю. Я не знаю, ребята. Стоит брать алебарду или нет? Или лучше на ключ собрать? Ладно. Если что, я потом души пофармлю когда-то. Может быть, если это там босс какой-то. Но втихаряшный. Я думал, что это эти. Но это сбрасывает просто кулдаун. Поэтому нахер надо. А что кулдаун? Способности? Refresh ability. Не, я лучше... Блин, ну... Raster Old K. The Bears the Gravekeepers Instinction. Давайте я, короче, остановлю запись, посмотрю, от чего этот... Хотя... Мне нужно только 1500. Power Spin Attack. Attack perform to powerful spin attack. Eat Burst Gravy Keepers. Gravy Keepers. Переводчик. Gravy Keeper. Burst. Так и переводится. Чё? Окей, делаем по-другому. А игра у нас Unreal, да? Ставить. Копировать. Ставить. Okay. On the first dance boss fight, pa-pa-pam, no jumps, grim game, secret arms and the runes. The first dance boss fight. Graves. Сейчас давайте с большой игры. Grey Capers. Grave Keepers. Grave Keepers. Давайте тогда Insig. Не, а. Не знаю, но не хочет. Insig. Не, а. Знак могильника. Короче. Old Grave Skip. Все. Все. Я купил, все. Вау. Ну, давайте чекать теперь на врагах. Будет обидно. Блин, он замашистая первая атака, режущая, типа она замашистая. Вот потом он наносит колющую атаку. Ну пока, мне кажется, я вернусь обратно и я левелапнусь. Пипец, это мне возвращаться. Пиздец. О, я могу кувырками ломать. А так еще плюс от оружия самого у меня урон увеличится. Давайте тогда так, а ну-ка. 33 26.
Понятно, что тогда молот лучше. Ой. Пал. Ладно, спускаемся. Блин, ну это снова же побегушки. Не знаю, посмотрим. Да, он типа... Хотя... Не, мне кажется, он мечом быстрее. Да, он быстрее мечом. Этим он пока замахивается. Но здесь супер атака хорошая очень. Типа... Вертухан. Вертухан довольно сильная атака. Блин, я не думал, что типа от самого еще оружия увеличится урон. Я думал, типа это основной урон, но есть типа. Оказывается, есть, стоит типа покупать и смотреть, что дают орудие. Но лук я навряд ли буду использовать, ну только если там будет босс такой, где нужен лук. Это я сейчас попробую супер атаку на пауках. Я их типа вдвоем соберу. Атаку заряжу и. Так. Блин, ну я не знаю. А что у нас снизу там было? Закрыто, да, просто? Или что? Почему туда не пошел? Я уже не вспомню даже. А, двери же все закрыты, точно, с другой стороны. Здесь вниз там есть, вон я вижу проход. Но там мне не подняться, потому что там этот. Скажите, я вам скажу. Как он называется? Ну, короче, не важно. Ой, сразу левел ап. Ну, в принципе, она очень мощная, слушайте. Я сейчас попробую. Хотя мне снова она зарядилась. У меня хватает... Подожди. Мне показалось, либо когда я замаха сделал, я сам себя ударил. Или он типа не успел меня атаковать, но анимация сработала. Так, вот этот странный тоже сейчас момент был. Не, пока что я лучше этот попользуюсь. Ну вот меча, видите, там типа защита от удара. А здесь защиты нету. Поэтому я типа больше на меч полагаю. Ну, с этим я буду с помощью меча сражаться, потому что они не такие уж это мощные. Сука, а как мне апнуться? Как мне вообще апаться? Камон! Камон! То кулдаун сбрасывает, то мне нахер не нужно. Может, я чего-то не понимаю, мне нужно это там куда-то стрельнуть. Ну-ка, давайте я попробую.
Ладно, непонятно. Молот тоже здесь не пашет. А, то есть у меня только одна, да, срабатывает способность. Но мне туда нужно попасть, потому что там сердце стучит, но я не знаю, что сердце дает. Может, сердце это тоже как души. Либо это вот то, что мне нужно собирать. Стоять. Храниться. Так, здесь у нас босс был. Как? Или нет? А, не, я здесь еще не был. Ну, теперь я здесь есть. Ну, уже 21 минута прошла, поэтому. Давай здесь. Так, мы 17 раз сдохли. Это круто. Полезли наверх. Лезли наверх. Ебать, там шипы были. Так она меня еще и убить может. Хорошо, что я не поспешил. Так, мемориал. Гастон, лучник, так, ледяной скелет, вот еще Венерий был. Карлик. Карлик-лучник. Ебать. Ладно, лучше меч. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ага, ну и все. А, нет, подождите, тут можно пройти. Так, 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 так. Так, гримуар. А, Souls Flame King. Какой-то душевный рыцарь. Так, ладно. Блин, ну вот это то, что мало этих. Единственный минус, потому что я буду так постоянно переключаться. Может, там хилка? Может, я не зря сюда иду? Сейчас узнаем, сейчас узнаем. Подмостки. Разрушенный замок, зима. Ну это, походу, где вот это мы в замке были, да? Да, это замок, замок, все. Там, где сердце стучало. Он пройдет. Ох, сразу левел ап. Так, слышно, может, мы здесь нафармим себе на ключ сразу? В принципе, я не против.
Ну, мне кажется, гильотинка только против. Я не знаю, задник это или нет, но я проверить. Не, это не задник, потому что она с моим цветом. А почему у меня хп не полная? Снова. Вот у меня не полный хп, почему? Ну да, почему-то хп не полная. Ладно, вниз. Погнали. Я хпшку себе восстановлю. А, это падение, я понял. И главное то, что... Почему я не могу прокачиваться вообще нигде теперь? Я думал, хотя бы в церкви я смогу там прокачиваться. Но нет, я и в церкви не могу прокачаться. Что за бред? Ладно, сейчас что-то придумаем. Здесь много трупов. Или это не трупы? Spire Dungeon. Spire Dungeon. У меня уже 17 левел. Пец. Это потому что я прокачиваюсь. Да, это походу трупы. Вау! Что это такое? Пиздец, оно... Меня подожгло. Гримуар. Бенефиор. Это же херня жесткая. Открывать с другой стороны. Может, ключ старика, он открывает чисто все-все? Не, ну вот это жестко было, типа. Я так бы подогорел сейчас и все пиздец. Махает она ногами. Это хуйня. Чё? Как это? Не понял, стоять. Чё? Ну, типа, охуенно, да, это все так было задумано изначально. А, здесь контрольная точка произошла. Ну, хотя бы где-то контрольные точки происходят. И то радует. Уже радует, что не все потеряно. Так. Короче, мне нужно просто дождаться, когда он меня атакует. Не, нахер надо, короче, погнали. Пилки у меня есть, все тогда нормально. Ну, походу, да, это контрольная точка, просто то, что я не сдох от падения. Я не помню, здесь был спуск или нет. Ебаный в рот.
Но я только так вижу способ их убить. Ну смотрите, это плюс халявный опыт, слышите? А со сколько? А ну сейчас мне 900. Понимаете, что это рели, типа халявный опыт? Ни хрена себе! Так, ребят, а может давайте вернемся? Давайте, может, я все-таки вернусь. А, сейчас поднимемся здесь, посмотрим. Вот это я хорошее вот место нашел для фарма. Я могу еще выше, да? Это отменное место для фарма, я вам скажу даже. 10 тысяч? 10 тысяч. А, просто так не валяется. Ну, уже валяются. Так, давайте я как раз посмотрю, сколько мне дадут всего. Душ. За все это место. По 800 дают. И плюс левел ап. То есть здесь хороший еще, понимаете, фарм денег. Плюс фарм... ну, опыта. Понятное дело, что опыта уже не так будет много давать, но... По 825. Убиваю 10 штук, у меня 8к уже есть. Как мы понимаем, 8к это немалая сумма. Вот, в принципе, я пошел, сохранился, вернулся, и у меня уже 5к есть. Понимаете, как выходит? То есть у меня уже 15к на руках, вот. Просто сейчас, вот, в данный момент. Так, да, ну, в принципе, этот... враги опасные. Это очень опасно. Во-первых, они наносят урона много. А во-вторых, они поджигают. Не, ну та херня типа фарм хорошенький будет. Если так. Для фарма место отличное. Давайте, наверное, я думаю... Интересно, я сдохну, если упаду. Скорее всего, дам. А, я и обратно не вернусь уже, слушайте. Ладно, давайте тогда на этом, я думаю, закончим. В следующей серии продолжим. Если что, мы купили с вами алебарду, плюс мы с вами нашли место для фарма душ. Довольно хороший фарм душ. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.